7 июля 2010 года. В 9 часов вечера жители китайского города Ханчжоу прильнули к окнам своих домов. В небе над городом они увидели невероятную картину. На высоте полкилометра движется таинственный объект. Он оставляет за собой в воздухе оранжевый след и издает громкий свист. Через несколько минут сообщение о неопознанном объекте поступило из ближайшего аэропорта Сяошань. Диспетчер докладывает: НЛО зависло над взлетно-посадочной полосой на высоте всего 200 метров. Представители спецслужб аэропорта даже пытаются установить контакт с неопознанным летающим объектом. Но ни по одной из радиочастот таинственное судно на связь так и не вышло. После этого специальным приказом аэропорт Сяошань был закрыт на целые сутки. Это первый в истории случай, когда работа международного аэропорта была приостановлена из-за НЛО. Да, мы действительно закрыли аэропорт до тех пор, пока НЛО просто не исчезло. Спустя несколько дней инцидент повторился в Японии. Вы видите кадры, которые снял один из пассажиров самолета, идущего на взлет в аэропорту Ханеда. Над взлетно-посадочной полосой отчетливо виден светящийся объект. НЛО завис в воздухе точно так же, как и в китайском аэропорту Сяошань. В течение месяца этот загадочный светящийся объект увидели сотни тысяч человек. Он будет появляться в аэропортах США, Канады, Франции, Германии, Австралии и даже Новой Зеландии. Но самое удивительное даже не это, а то, что за неопознанным летающим объектом все это время охотились не только ученые всего мира, но и сотрудники секретных подразделений спецслужб.